Всем привет! Вот уже совсем скоро наступит самое холодное, но в то же время по-своему красивое и интересное время года. Как вы смотрите на то, чтобы взять лыжи и пойти кататься по прекрасному зимнему лесу? Здорово звучит, правда? Но в наше время, благодаря научному прогрессу, лыжи или коньки – это уже не самое веселое, что ожидает вас в зимнее время года. Мы подготовили видео, после которого вы поймете, что эту зиму можно будет провести совершенно по-особенному. Итак, это 5 крутых изобретений для зимы, о которых вам стоит узнать. Поехали! Track and Go. Track and Go – первое в истории гусеничное устройство для малых и полноразмерных пикапов, которое приводится и управляется обычными колесами. Эта уникальная система позволяет более широко использовать ваш автомобиль в зимнее время. 4 гусеничные тележки Track and Go устанавливаются всего за 15 минут. Этот проект компании AD Boivin находится под защитой нескольких патентов. Тестирование гусеничных комплектов Track and Go закончено в 2013 году. Производство и продажи уже начались. С 2014 года эта система адаптирована для большинства полноприводных внедорожников. Гусеничная лента изготовлена из высококачественной резины с кевларовыми стержнями. Все колеса гусеничной тележки изготовлены методом прессования под высоким давлением, что делает систему надежной и безопасной. Так что если вам не хватает уверенности на зимней дороге, то эта штука специально для вас. Танкче. Самоходное кресло танк Танкче создал Брэд Соден, чтобы расширить возможности инвалидов. Кресло способно преодолевать почти любые препятствия – гравий и камни, грязь и мелководье, снег и песок. Прокатиться на таком захочет не только инвалид, но и вполне здоровый любитель полазить по сугробам. Кресло оборудовано джойстиком управления, гусеницами Matrex и двумя электромоторами от компании NPC Robotics, которые питаются от двух 12-вольтовых аккумуляторов. На полном заряде батареи кресло-танк проезжает 16 км пути с максимальной скоростью 8 км в час. Для изготовления гусеничной коляски потребовались 2 года и 25 тысяч долларов. Проект оказался успешным и было запущено мелкосерийное производство. Правда, стоит везде код 18 900 долларов, так что, в принципе, можно и на санках. Wing Jump. Wing Jump – это костюм-крыло для горных лыжников. Костюм значительно увеличивает время полета, когда вы прыгаете с трамплина или проходите бугристый склон. Конечно, он не позволяет летать, и его ни в коем случае нельзя использовать в качестве парашюта при прыжках со скал. Но дополнительные острые ощущения при спуске вам обеспечены. Создатели Wing Jump утверждают, что он сделает катание более безопасным, так как помимо увеличения времени в воздухе, костюм может служить своего рода тормозным парашютом, что позволяет контролировать скорость и легче держать равновесие. Разработаны 3 версии Wing Jump разного размера, но наиболее популярным оказался самый большой вариант. Создатели утверждают, что изобретение полезно не только зимой. В таком костюме также можно кататься на велосипеде и роликовых коньках. Hill Strike. Hill Strike – это сноубайк для спуска со снежных гор. Он имеет специфическое строение по сравнению с аналогами, а именно 3 лыжи. Это позволяет лучше контролировать скольжение и торможение. Сам байк ручного производства, то есть собирается человеком, а не роботом. Он оборудован высококачественной сварной алюминиевой рамой, двойной подвеской и весит 15 кг. Благодаря конструкции седла этот сноубайк можно использовать как на бугельном подъемнике, так и на кресельном. Вы просто садитесь на кресло вместе с байком, точнее, на него. Smallfoot. Эти маленькие надувные башмаки уже в скором времени могут прийти на смену привычным нам снегоступам. Они невероятно прочные, компактные, а их вес составляет всего 598 грамм. Башмаки легко надуваются и сдуваются с помощью небольшого насоса. Они просто крепятся к ноге специальными ремешками всего за пару минут, сохраняя при этом необходимую для ступни подвижность. Также они совместимы со всеми типами обуви. Надувная часть сделана из сверхпрочного материала Cordura 1100. Вы можете не бояться острых камней и даже сучьев деревьев. Кроме того, на нижней части крепятся специальные зубья кошки для большего сцепления со льдом и камнями. Smallfoot уже испытаны и одобрены многими профессионалами. Tarus. Полноприводный мотовездеход Tarus является уникальным по своим характеристикам. Он имеет прекрасную проходимость, небольшой вес и размер. За счет этого данным мотоциклом очень легко управлять на любой поверхности. На трассе на нем, конечно, не покатаешься, но зато этот мотоцикл быстро разбирается и легко помещается в багажник автомобиля. К тому же его максимальная скорость составляет всего лишь 38 км в час, но и создавался он совсем не для гонок. Данный агрегат может стать хорошим другом для любителей охоты, рыбалки, туризма, путешествий или просто сторонников активного отдыха. Хотите серфить в интернете с максимальным комфортом? Используйте приложение «Быстрый поиск» и браузер. Вы сможете быстрее находить нужную информацию в Яндекс и Google, скачивать видео с YouTube и слушать музыку из ВКонтакте. Приложение доступно для iOS и Android смартфонов. Ссылка на экране и в описании.
А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.